Но сейчас мне нужно вернуться на несколько шагов назад и сказать о том, что это не единственная точка зрения, которая принята среди христиан. И в действительности, если вы прочитаете свои конспекты далее, то увидите, что есть различные взгляды среди христиан по поводу первородного греха. И один из таких взглядов называется пелагианство. И в этом случае, по сути, говорится следующее. Мы никак не связаны грехом Адама. При рождении мы не наследуем вину Адама, и мы наследуем испорченность Адама. И в результате этого можно сказать о том, что грех не вменяется человеку совсем. Мы не испорчены, мы не неспособны. Другими словами, люди, которые придерживаются такого взгляда, отрицают все то, что мы говорили с вами о первородном грехе. Мы знаем о том, что церковь отвергла пелагианство, признала это учение ересью. Уже в первые века становления церкви это представление было отвергнуто. И человек, который разделяет пелагианство, скажет, что единственное, что осталось от Адама, это плохой пример. Но мы не являемся соучастниками в его грехе. Мы не унаследовали его вину, его испорченность. Мы ничего этого не получили от Адама. Что ж, есть и другая точка зрения, другое представление, известное как полупелагианство. И я сюда же отношу армянианство. Но при этом мне следует добавить, что все сказанное мной не характеризует всех армян. Но, тем не менее, многие армяне разделяют такую точку зрения. Но давайте рассмотрим сам термин полупелагианство. Представители этой точки зрения соглашаются с позицией Августина. Именно Августин настаивал на том, что мы наследуем вину Адама, мы наследуем испорченность от Адама, и мы соучастники в грехе Адама. Так вот, полупелагианство соглашается с Августином в том, что все человечество участвует в грехе Адама. Они считают, что грех Адама сделал людей неспособными жить праведно. Но вот с чем они согласны? Не согласны с понятием «полная неспособность», что человек полностью не способен делать что-то доброе. Они считают, что человек все еще обладает свободой, и с какой-то Божьей помощью он способен творить добрые дела. И не всегда неизбежно будет поступать нечестиво. И человек, согласно полупелагианству, наследует грех Адама, но это не означает, что он полностью не способен делать что-либо доброе. И вот что еще можно сказать о полупелагианстве. Хотя они соглашаются, что есть связь с грехом Адама, они верят, что только испорченность передается от Адама следующему поколению, но не вина Адама. И вот теперь, объяснив вам эти две точки зрения, два представления, теперь вот такой вопрос. Хорошо, но кто же тогда полагает, что все люди унаследовали как прирожденную испорченность, так и прирожденную вину от Адама? Что ж, это те христиане, которые следуют традиции Августина. И большинство таких христиан сегодня называются кальвинистами. Это реформаторское богословие. Итак, все то, что я представил вам о первородном грехе, о составляющих первородного греха, о вине, о испорченности, и также все, что мы сказали о полной испорченности и полной неспособности, все это соответствует позиции Августина, его традиции. И так считал Кальвин.
Именно это лежит в основе реформаторского богословия. Если же в своем богословии вы ближе к арминианам, то, быть может, вы отвергнете идею о том, что мы наследуем вину Адама. Хотя некоторые армяне соглашаются с тем, что мы наследуем вину Адама. Но вот что касается испорченности, то да, мы наследуем испорченность. И говоря духовно, мы настолько испорчены, что мы не способны, полностью не способны делать то, что угодно Богу. Но вот христиане, которые придерживаются традиционного армянского взгляда, тут же добавят, что те способности, которые у нас есть, недостаточны, чтобы принять Иисуса Христа. И вот Бог посылает предваряющую благодать. Это богословский термин, означающий, что благодать приходит до покаяния. И что же предваряет эта благодать? Она предваряет принятие человеком услышанное Евангелие. И вот когда приходит такая благодать, человек принимает решение, будет ли он использовать те способности, которые у него есть, какими бы ограниченными они ни были, будет ли он сотрудничать с благодатью, примет ли он Христа, или он воспротивится благодати. Согласно полупелагианству, арминианству, у человека все еще остается свободная воля, несмотря на прирожденную порчу. И дело не только в том, что человек обладает свободной волей в ненравственных сферах. Человек даже обладает свободной волей, когда речь заходит о духовных решениях. Человек может решить слушаться Бога, либо не слушаться Бога. Я думаю, многие армяне добавят к этому, что да, Бог посылает свою благодать, чтобы помочь нам, но человек способен пройти половину пути, и половину пути проходит Бог, и таким образом совершается спасение. Но если же вы принимаете учение о полной неспособности, то это означает, что Бог все еще посылает свою благодать, но человек ничего не может добавить к этому. Спасение совершается полностью по Божьей благодати. Он делает волю человека способной принять верные решения. Все это станет ясно, когда мы с вами будем разбирать доктрину о спасении, а также когда будем с вами говорить о доктрине избрания, что это означает и какое отношение это имеет к свободной воле человека. Ну хорошо, я думаю, удалось немного объяснить вам, о чем же мы с вами говорим. Пожалуйста, еще вопросы или замечания? Да. Вот вы упоминали стихи из послания к римлянам. Они говорят как о полной испорченности, так и о полной неспособности. Не могли бы вы вернуться к ним и пояснить, как они об этом говорят? Что ж, давайте вернемся к этому. Я думаю, для всех будет полезно это еще раз услышать. Послание к римлянам, 7 глава, стих 18. И вот что мы здесь читаем. Павел пишет: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Да, здесь не написано прямым текстом, что грех поразил все сферы человеческой природы. И как мне представляется, и так как этот текст обычно приводят кальвинисты, «если во мне не живет ничего доброго в моей греховной природе, то тогда какую часть человеческой природы заполнила греховная природа? Всю человеческую природу». Павел продолжает: «Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Это полная неспособность. Так принято толковать этот текст. Конечно, если вы читаете этот текст, и вы не знакомы с понятием полной испорченности и полной неспособности, то, конечно, вы в этом случае попытаетесь истолковать Римлянам 7:18, но, скорее всего, вы не скажете, что Павел здесь учит о полной испорченности плюс полной неспособности.
Но вот познакомившись с этими понятиями, то возможно увидеть, как этот стих можно использовать в защиту обоих понятий. Хороший вопрос. Еще, да, пожалуйста. Согласно учению о полной испорченности, утверждается, что даже плоть испорчена. И не только испорчена, но, что более важно, унаследовала вину. Мой вопрос касается воплощения Иисуса Христа. Я понимаю, как можно объяснить безгрешность Христа в том смысле, что Он был искушаем, но смог выстоять, и Он не совершил никакого зла. Но вот я не слышал адекватного объяснения, основанного на традиции Августина, как Иисус мог оказаться без унаследованной вины. Да, здесь необходимо вернуться к вопросу безупречности Христа, непогрешимости, к тому, о чем мы с вами говорили, когда обсуждали эту тему. А также необходимо вернуться к вопросу о передаче нематериальной сущности, а не только о передаче физической сущности. И я думаю, единственное, что вы можете сказать, будь вы традиционист или креационист, что случай Иисуса Христа — это исключение. И это исключение совершено, потому что Бог сотворил чудо. Потому что то, о чем вы говорите, скорее всего, имело бы место, потому что Иисус Христос на 100% человек. И тогда Он должен был унаследовать все, что наследуют остальные люди, включая прирожденную вину. И проблема здесь вот в чем. Проблема не в том, что Отцом Иисуса Христа является Святой Дух в процессе рождения Иисуса, если можно так сказать. Проблема в том, что Мария была испорчена, и эту испорченность она унаследовала от Адама, и преодолеть это можно было только посредством чуда. Но здесь еще кое-что необходимо добавить. Испорченность, которой были подвержены все люди после Адама, всеобъемлюще. Вот подумайте о тех последствиях, которые имело грехопадение на тело человека. Человек стареет, болеет и так далее, и далее. Но в Писании мы нигде не находим упоминания о том, что Иисус чем-то болел, какой-то болезнью. Это, конечно, не означает, что Иисус не болел. Но есть люди, которые полагают, что если с Иисусом было все то, что мы знаем о Нем, то, значит, у Него даже никогда не болела голова, никогда не было простуды, никогда не болел зуб. Но я думаю, так далеко заходить нам не стоит. И хотя, как мы знаем, прожил Он не так уж и долго, но это не означает, что у Него никогда не, скажем, хрустели суставы. Его тело было подвержено смерти, так как он умер на кресте. Да, совершенно верно. И я полагаю, если бы он не умер на кресте во время распятия, то он бы состарился и в итоге физически умер. Вот создается именно такое впечатление. И все это, как мы знаем, следствие грехопадения, следствие того, что природа человека изменилась после Адама, стала испорченной. И очевидно, что Иисус, как человек, мог расти, возрастать и в итоге умереть. И я думаю, тело Иисуса могло испытывать и другие физические проблемы. Но тем не менее, Писание ясно говорит о том, что все это не означает, что Иисус был виновен в каком-то грехе. И здесь, опять же, мы не можем этого объяснить. Но представляется, что именно так учит Писание. Причем очень ясно, что Иисус не имеет греха ни в какой форме, что Он не принес грех с собой в этот мир, что Он не совершил греха, будучи в этом мире. И это нам необходимо принять. Если честно, я не знаю, есть ли какое-либо лучшее объяснение, как это все может быть. Вот если бы Адам и Ева не согрешили, они бы выросли. И представляется, что они и дальше бы так жили в физическом теле. Прославил бы их Бог, дал бы им прославленное тело в какой-то момент. Мы не знаем. Что ж, хороший вопрос. Я хотел бы, чтобы мое объяснение
было лучшим, но Писание нам ничего об этом не говорит. Во всяком случае, мне так представляется. Еще вопросы, пожалуйста. Все вопросы были очень хорошими. ТВ-семинария – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.